Так, вот она, наша Луна, 6 июня 2020 года, 23.02 по Киеву. Пролезает через деревья. Полнолуние вчера мы прозевали благодаря дождям. Ну и сейчас неплохо. Ты посмотри, как быстро заползает за дерево. Ну, дерево, пускай будет листва как ориентир. Скорости движения Луны вокруг Земли. Колебания атмосферы, просто красота, как через слой бегущей текущей воды за Луной наблюдаешь. Так, идея сегодня в 2 часа ночи пойти поснимать Юпитер со спутниками. И Сатурн с кольцами. Так, что-то слишком много листвы. Давай на Аристарха переключимся немножко. Небо не совсем чистое. Есть какая-то дымка, но на фоне вчерашнего тропического ливня. Натурального ливня. Жаловаться на погоду я не буду. Так, сейчас я перемещусь немножко. Вот сюда. И будем наблюдать, как наша красавица выползает из-за дерева. Секунду, 373 тысячи километров сейчас до Луны. Это ты посмотри. Да что ж ты будешь делать, родненькая моя, куда ж ты бегаешь от меня, а? Так, отошел. Да, наверное, с месяца не снимал. С такими-то погодами. Весь карантин у нас проливные дожди. Такого дождливого мая не припомню. Но вроде наперед все будет более-менее.
так, двум часам, я надеюсь, повыше над горизонтом подниму, я надеюсь, она точно поднимется, луна над горизонтом в зенит, но надеюсь, погода не испортится. И будет меньше колебаний воздуха. И Сатурн с Юпитером мы увидим почетче. Да, последний раз, когда я снимал Юпитер, даже с утречком уже по-светлому, удалось даже рассмотреть полосы на этом Юпитере. Вполне себе четко было видно. Ну, это было прекрасно. Будем надеяться, сегодняшняя ночь тоже даст нам хорошую видимость. И утречко. Ночи сейчас короткие. 6 июня 2020 год. Всех с днем журналистики. С днем журналиста, вернее так. Так, ладушки. 23.08 по Киеву. Пошел я тогда ждать 2 часов ночи. Веселее занятия не придумаешь. Ну, практически полнолуние. Опять за деревце залезает, да? Эффектно. Луна вползает. За дерево. Да, и штиль у нас замечательно. Да. Вон только заговорил за штиль, вот тебе и ветерочек, да? Красота. Хорошо, пока все. Через пару-тройку часов будет еще.